бичикте аргымага тардын жы. «24 июля 2011 года. Начало путешествия для четырех участников из города Котласа. Еще двое участников, Герман и Валентина Евтюковы, наши друзья из Санкт-Петербурга, присоединятся к нам в Новосибирске через два дня. Пока всем! Всем пока! Конечно, давай пока! Давайте мучить, я вам не завидую. Завидуй, завидуй! Молча. Завидуй. Помогите! Забиваем шаток. За левый шатон. За правый тоже. И правый тоже. Чтобы их не шатало, чтобы нас не шатало. Вот так мы и ходим. Мучаемся. Мучаемся и ходим. Ходим и мучаемся. Да. Среди равнодушных стен холод клише, сумерки перемен, они за столом дают что-то про свой уют, сытую ночь к черному дню, серая ночь в окнах. Рассвет, солнце взойдет, а может быть больше нет. Ночь без любви, пусты между людьми мосты, нет ничего, есть только ты. Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого мы рода, ни жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем, в тоске моей бьешься. Темный подъезд, еще одного, одну кровь на полу. Капля за каплей в нас в этой ночи, она рваная, как страна, сгребает золу остывающий глаз. Серая речь в темном больном окне, сдаться и лечь в серую ночь. Во мне нет, не могу, прости, мертвую жизнь, прости, нет, не она, в этой горсти. Свобода, свобода, так много, так мало, ты нам рассказала, какого мы рода. Жизни, ни смерти, ни лжи не сдаешься, как небо под сердцем, в тоске моей бьешься.
9 часам утра сборы закончены. Фотографируемся на память на берегу Телецкого озера и выезжаем вверх по левому берегу реки Чумышман. Сегодня нам надо пройти около 50 километров до каменных грибов устья реки Карасу, а затем встать на стоянку в месте впадения в Чулышман притока Чульча. А вот и легендарная деревня Булукчар. Каменистая гравийка идет с небольшим уклоном вверх по левому берегу реки Чулышман, среди живописных скал и гор, и больших трудностей для подготовленного путешественника не вызывает. Лишь за мостом через реку Чебдар на дороге начинаются первые небольшие подъемы и спуски. А вдоль дороги на обочинах в совершенно диком и свободном состоянии произрастает одна очень интересная травка. Все хорошо. Уже? И с каждым днем все хорошее и хорошее. В бане париться. Попробуй. Тебе тут будет хорошо. Нам всем будет хорошо. А так особо ты молодой. Конопля ранняя, молодая. Я пробовал жевать. Немного перекусив, продолжаем свой путь через деревню Ко и дальше к туристической базе напротив устья реки Карасу. На противоположном берегу Чулышмана, на правом борту реки Карасу, находится интересная форма рельефа – остатки конгломератного склона, или, как их еще называют, каменные грибы. Да. Да, отлично. Тропа поднимается вверх от реки на высоту около 300 метров. Здесь открываются незабываемые виды на долину реки Чулышман, ну и, конечно же, сами каменные грибы. Сергей Ден, это все.
Второй день маршрута. Сегодня мы отправляемся вверх по реке Чульча, к водопаду Учар, и вновь переправляемся через Чулышман. Тропа идет по территории Алтайского государственного заповедника, по правому берегу реки Чульча. От Чулышмана до водопада по прямой около 7 километров, но с учетом рельефа придется преодолеть примерно 10 в одну сторону. Какая просьба? Посещение запрещено. Здесь стой. И сколько стоять? Стрелять буду. Так сколько стоять-то надо? Хотя бы написали, стой, дурак. Сколько стоять? Время укажите. Я стоял 3 дня, никто не пришел. Тропа идет в глубоком ущелье, на дне которого яростно шумит Чульча. Примерно на середине пути к водопаду необходимо преодолеть скальник крутизной до 45 градусов. Отсюда видна наша цель – водопад Учар. Его высота 165 метров. Обратная дорога, как всегда, кажется короче. Вернувшись на базу, мы пообедали, а заодно переждали внезапный ливень. Несмотря на дождь, после обеда продолжаем движение вверх по реке Чулышман. Сегодня нам надо подойти как можно ближе к перевалу Кату-Ярык. Дождь, начавшийся накануне, шел весь вечер и всю ночь. Но к 10 часам утра тучки поднялись, и дождь прекратился. Мы продолжили свой путь к перевалу Кату-Ярык. Сегодня в первой половине дня нам предстоит преодолеть оставшиеся 7 километров до перевала, подняться на Кату-Ярык, а затем спуститься на Улаганское Нагорье. Из долины Чулышмана на перевал ведет гравийная дорога протяженностью 3,5 километра, при этом перепад составляет около 500 метров. О том, что подъем будет непростым, красноречиво говорят искореженные автомобили, стоящие под перевалом.
Нехватка колбасы в организме, кроме меня. Я не знаю, как у тебя. У меня нехватка пива. Наверху открывается замечательный вид на ущелье Чулышмана. Впереди сегодня нас ждет еще подъем, более чем на 400 метров, собственно на сам перевал Катуйрык, а затем спуск на Улаганское Нагорье. Перевал! Ура, перевал! В 2 километрах перед деревней Булаткуюль, в долине реки Большой Улаган, есть интересное место – Пазарыкские курганы, место захоронения вождей древних племен. Эти курганы были разграблены еще в древности, но все же советские археологи смогли найти здесь достаточно много уникальных артефактов, свидетельствующих о высокой культуре древних алтайских народов. За селом Булаткуюль мы встаем на стоянку в долине одноименной реки. Сегодня наш путь лежит через районный центр село Улаган на Улаганский перевал высотой 2080 метров, а затем на Чуйский тракт в село Акташ. За селом Улаган дорога поднимается медленно вверх с градиентом от 4 до 14 градусов. На 25-километровом участке пути перепад составляет более 800 метров. Скажи солнцу да! Наибольший уклон на дороге на последних 2 километрах пути перед перевалом. Временами он достигает более 20 градусов. Поднялись на 800 метров. Пришли вот так. Улаганский перевал. Святое место.
Место поклонения алтайцев богам и духам природы. С вершины перевала открывается замечательный вид на заснеженные вершины Курайского хребта и Улаганское Нагорье. Спуск с перевала на Чуйский тракт идет вдоль множества красивых озер, из которых берет свое начало река Чибитка. Видите, как приближается руководитель экспедиции Космос Алтай. Олег Мамонтов. Привет, коллега! Красные ворота – место, где Чибитка прорезает красные скальники. Это излюбленное место катания местных байкеров. На гравийном спуске длиной 10 километров перепад составляет более 600 метров, и скорость зашкаливает далеко за 60 километров в час. Давай, Герман! Получив огромное удовольствие от спуска, мы въезжаем в поселок Акташ, где останавливаемся на стоянку на берегу реки Чибитка. В 9 часов утра мы стоим на КПП Акташского погранотряда. Нам здесь необходимо получить пропуска для посещения плато Укок. Несмотря на то, что мы заказывали пропуск заранее, документы готовы лишь на 3 участников группы. Герман, Валентин и Александр отправляются дальше по Чуйскому тракту. Ну а Олег, Александр и Алексей остаются ждать. Сегодня наш путь лежит от поселка Акташ через Курайскую степь вверх по Чуйскому тракту. Через 1 час ожидания, получив заветный пропуск, трое аутсайдеров бросаются вдогонку за 3 лидерами группы. С дороги открываются замечательные виды на ледяные вершины Северо-Чуйского хребта. Через 25 километров перед спуском в Курайскую степь обе части группы соединяются вместе. Не дойдя до поселка Кошагач около 20 километров, мы встаем на стоянку на правом берегу Чуи, месте впадения в нее реки Тыд-Дуйрык. Вот и заканчивается первая часть нашего путешествия. За 5 дней мы прошли без малого 300 километров, а впереди еще самое интересное.
таинственное и загадочное высокогорное плато Укок.